небольшой и живописный поселок Чистцы, который расположился вблизи Одинцова. Сегодня наша съемочная группа находится здесь, чтобы узнать, чем живут местные жители и с какими проблемами сталкиваются ежедневно. С каждым годом лучше и лучше становится. Вот мы здесь 3 года живем, и как бы все хорошо становится, все лучше и лучше. Благоустройство проводится довольно-таки очень хорошо. Для детей есть и площадка, и фонтаны. То есть для детей большинство есть, но требует улучшения. Секций мало. Секций. Детям бывает, что заниматься негде. Да, да. И школы. Школы маленькие, мест не хватает, классы большие, учителям очень сложно. Проблема мусора. Расскажите немного об этом. Не вовремя не вывозят. Вот. Постоянно это вынуждены тратить время на переговоры с мусорщиками. Сейчас получше стало, конечно, намного. Сегодня я была там в парке, мне понравилось. Я из Кавказа 20 с лишним лет назад приехала. Вот. И, как бы, конечно, я вижу прогресс. Намного, конечно. Вот фонтана не было, смотрю, сделали. Тоже мы писали, там группа там есть, они писали, почему не работает. Потому что, ну, долго не работало. По-моему, в том году тоже не работало. Ну вот, сделали, все хорошо. В нашем поселке очень замечательно. Детских площадок хорошо обустроены. Ну, торговля здесь сейчас везде хорошо. В ДК у нас этих самых много разных кружков. Ну, для детей очень хорошо. Благоустройство, чистота, транспортная доступность – это не все вопросы, которые волнуют жителей. Однако чистцовцы отмечают, положительные тенденции есть, поселок развивается. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».